Уже в феврале на свободу выйдет один из самых влиятельных российских воров в законе Захарий Калашов по прозвищу Шакро Молодой. Именно он одобрил вступление зэков в частную военную компанию «Вагнер». Как сообщает популярный и цитируемый телеграм-канал ВЧК ОГПУ, со ссылкой на информированный источник, суд распорядился скрывать то, что Шакро Молодой выходит на свободу, а прокуратура решение о досрочном освобождении не обжаловала. Именно Шакро Молодой приказал смотрящим в колониях одобрять вступление заключенных в ЧВК «Вагнер». После этого Калашова и его люди начали выходить на свободу досрочно. В январе на свободу вышел охранник вора в законе, Алексей Максимов, известно как Бостон. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, для получения оповещения новых видео нажмите на колокольчик.